Артур, значит так. Что? Три. Оценка три. Следующее. Пожалуйста. Оно. Двое. Оценка пату. Яночка, передвиньтесь сюда. Пожалуйста. Оно. Молодец сделала, но очень медленно. Слезьте оттуда. Пожалуйста. Оно. Смотрим на Андрея. Он один из лучших. Дой. Три. Оценка пату. Нет, не проходит. Следующий. Большие. Эй! Артур, Саша. Макс, туда готовится. Тимофей, вы туда. Итак, вторая группа. Три броска, потом идем качаться.
Пожалуйста. Uno. Due. Tre. Оценка patru. Не та нога, Миша, идет. Uno. Due. Оценка три. Кто, кто там должен быть? Пожалуйста. Uno. Dois. Оценка patru. Uno. Оценка 3. Так. Готовишь? Uno. Не расслабляй судья на голову. Сразу ниже. Дой. Куда голову отсоронела? Почему не наклоняешь? Оценка. Оп. Еще раз, Диана, у тебя мозги есть? Надо голову наклонять, чтобы не удариться головой. Два раза четко упала, а третий раз расслабилась. Голову раз, хорошо, что он не присел, так бы сейчас тюкнулась. И шея болела бы месяц. Пожалуйста. Стоп, сразу останавливаю. Если ты касаешься руками татами, ему некуда падать, это травма. Старайся не касаться, стоять на коленях. Дой. Давай, давай, давай. Трей. Так, оценка трей. Итак, да, на середину туда. Кто второе место? У кого пятерка? Становись. Шестерка? Становись. Вот два человека, которые сегодня еще Андрюха. Андрюха. Становись. Хотя он, еще раз, хотя он и получил во время этого, сколько там, тройку или четверку. Но во время отработки делал хорошо. А здесь не стыдно, Андрюха. Надо делать хорошо. Стесняется. Значит, еще раз. Этот прием вы должны сделать 100 раз. Объясняю еще раз. Берете партнера и смотрите, умеет ли он падать. Выпустите другую секцию. И раз через спину скорее. Партнер не готов. Выставил руку, поломал руку, ударился головой и шею поломал. Вас тренер убьет. Поэтому вы должны сказать, ноги шире. То же самое. Если вы взяли человека, не
Сейчас в камеру. А что, это не в камеру? В камеру?
Или ты плохо понимаешь? Готовы? И не уходим, потому что, чтобы я потом посчитал. Хаджиме, пошли. Чем за счет?
меня обманываешь, то ты скажешь, я всегда честный. Проверь. А девочки мы новые шлейки поставили на место. Здравствуйте. Да, сколько тебе? Делайте лучше, потому что Макс будет делать до завтра. Мы ему что-нибудь другое придумаем. Лиля, сколько сделать? Витя, Лиля. 44. Все, поменяем. Мам, скажи. Давай. Еще раз, не забываем свидетельство о рождении, кто должен. Так у вас же 44-30. А 35 у кого было? Тоже у меня, я делал. У тебя скидки. 56. А у тебя? Тоже 56. Все, ушли и так. Теперь он не упадет.